друзья, с вами Владимир Шемит, ваш Travel Advisor, и в этом видео вас ждет обзор отеля Senza Zain Resort & Spa 5 звезд, который находится в регионе Аланья, так что подписывайтесь на канал и погнали! Итак, вот у нас холл отеля, высокий, относительно просторный, но как бы такого ничего необычного в холле нет. Справа у нас ресепшн, там где туристы регистрируют свое проживание. Естественно, отель имеет соответствующий сертификат и старается выполнять все нормы безопасности в условиях карантина, ну и все этой ерундой, которая связана с коронавирусом. И дальше, ребят, у нас из холла есть выход на такую вот террасу, собственно говоря, из которой вы можете увидеть практически всю территорию отеля. Она небольшая, совсем маленькая, по-моему, 14 тысяч метров квадратных. Ну, смотрите, мы имеем несколько бассейнов. Значит, вот один огромный бассейн и один бассейн для маленьких, совсем крошечных деток. Смотрите, шезлонги, зонтики, естественно, все есть, и, в принципе, все в нормальном состоянии. Мягких матрасов я не вижу. Значит, играет громко музыка, и, в принципе, немало туристов я вижу отдыхающих в этом отеле именно в данный момент, 5 мая 2021 года. Поэтому я думаю, что это хороший показатель для отеля, потому что, учитывая в условиях карантина, что отели очень мало заполнены, а этот отель достаточно живой и активный, по крайней мере, то, что видно возле бассейна, что, ну, чувствуется веселая нотка именно в этом отеле. Так, номер категории стандарт, и первое, что я вам показываю, это у нас санузел. Стандартный набор косметики, умывальник. В принципе, просторная душевая кабина. И дальше у нас идет сам номер. Номер мне очень нравится в том, что он стильный и, в принципе, очень качественно все тут выглядит. Значит, слева у нас односпальная кровать и следующая у нас большая кровать French Bed, тоже с полноценным одним большим матрасом. Потерять могут еще три кровати в стандартном номере. Угу. Справа у нас телевизор, ну и все остальное, что необходимо для отдыха, чайный набор и тут у нас мини-бар. Так, у нас в мини-баре одна водичка, правильно? Еще номер не сдан, номер 2 часа подают, и там будут эти сладкие напитки. Номер еще не сдан, поэтому еще будет пополнение мини-бара сладкими безалкогольными напитками. И показываю вам балкон. Смотрите, балкон у нас, ну, в принципе, стандартный балкон обычных размеров. Есть пара стулов, столик, вид. Именно с этого номера у нас на территорию отеля, то есть на бассейн. Смотрите, ну, в принципе, мне это все нравится, все выглядит красиво, аккуратно. Дальше показываю вам аквапарк, который есть в этом отеле. Значит, главный нюанс в этом в том, что аквапарк находится через дорогу от отеля. Да, аквапарк небольшой, есть 4 горки для взрослых, плюс для детей кораблик. Но если вы хотите чего-то получше, интереснее аквапарк, то тогда нужно доплачивать несколько сотен евро и будет аквапарк интереснее в другом отеле. Либо лучше разок посетить Land of Legends, там аквапарк действительно вам понравится. Еще, друзья, на минус первом этаже этого отеля есть, ну, небольшой участок с различными сувенирными лавками и магазином. То есть можно что-то купить себе из сувениров, либо там первой необходимости, прям именно в этом отеле. По ценам, конечно, 100% не могу ничего гарантировать, что они тут выгодные, либо невыгодные. Но, по крайней мере, это все есть в отеле. Друзья, сейчас я вам покажу обзор питания в отеле Senza. И как же выглядит основной ресторан и чем кормят тут туристов в этом отеле. Так что погнали. Значит, начинаю вам обзор питания. Это обед в отеле Senza. И начинаю вам то, что у нас находится на улице. То есть с гриля и, ну, в общем, тут наши турецкие лепешечки.
Дальше что у нас тут? Тут у нас есть овощи на гриле. Вот наши овощи, перчик, помидорчики, рыбка, скумбрия, друзья. Как же я это люблю. Ну и какие-то котлетки. В принципе, это то, что было на улице. Вот у нас открытая терраса. Можно кушать, садиться за столиками на террасе. Можно кушать за столиками в отеле. Справа тоже у нас еще продолжение террасы, но там она не такая широкая. Тоже можно кушать в той части. Так, теперь мы заходим в сам ресторан. И тут у нас, естественно, есть нужное количество столиков, стульев для того, чтобы, если вы хотите кушать в самом ресторане, все это тоже есть. Но не забывайте о том, что полноценно кондиционеры не работают в ресторанах, поэтому может быть жарковато. Тут смотрите сами, как вам это все удобно. Дальше переходим к обзору именно самих блюд в ресторане, то, что у нас тут есть. Попробую начать это все сначала. И, собственно говоря, я вижу ограждение с одной стороны, вот, то есть, но все равно туристы подходят и набирают себе еду сами. Тут у нас, ребят, идут стол и с салатами. И я вижу вот соответствующий персонал, который вроде бы следит за порядком, но он не накладывает. То есть туристы именно в этом отеле еду набирают себе сами. И мы вот переходим на вторую сторону этого стола. Тут у нас уже свежие овощи. Ну, в принципе, ребят, я думаю, комментировать я не буду, что тут, какая тут морковка, какие тут помидоры. Это вы и так все сами увидите. А вот с этой стороны у нас есть пара видов супчиков, которые вам насыпет персонал отеля. Дальше у нас идет хлебобулочные изделия. Они у нас тоже за стеклом, и поэтому персонал отеля даст вам хлебушка, сколько вы пожелаете. Следующий стол. Тут уже тяжелая артиллерия. У нас курочка, у нас паста какая-то. Это у нас горошек, каша, похожее что-то на говядину с грибочками. Давайте обойдем с другой стороны, потому что с другой стороны тоже у нас что-то из жаркого. Так, тут у нас, тут у нас кабачки, вот так вот. Рис кукурузкой, мяско с овощами. Это овощи на пару. Это у нас еще какие-то овощи. Извините. И дальше у нас тут, друзья, дублируется то, что было, я вам показывал уже чуть-чуть раньше. Все это еще повторяется за следующим столом. И следующий стол у нас сладости и фрукты. Ну, смотрите, ребят, достаточно хороший, нормальный выбор для отеля. Я бы сказал, как бы среднего уровня. Это не эконом. Я бы не сказал бы, что это мега крутой стандарт. Но вот отель среднего уровня, и в принципе мне все нравится. Смотрите, у нас есть яблоки, у нас есть груши, у нас есть целые апельсины. У нас есть фрукт, который я не помню, как называется, и еще красненькие яблочки. На абрикос похоже. В общем, еще раз говорю, не помню, как называется, но вкусом похоже на абрикос. Продолжение сладкого стола. И с этой стороны у нас продолжение сладкого стола. В принципе, опять-таки, просто все то же самое, что было с другой стороны этого сладкого стола. В общем, ребят, сейчас я покушаю, и пока я буду идти на пляж, я поделюсь с вами своими впечатлениями от питания в данном отеле. Так, ребят, дальше. Сейчас я вам показываю дорогу от отеля на пляж. Ну и заодно пляж я вам покажу. И пока мы идем на пляж, я вам поделюсь отзывом о питании, потому что я только что покушал, я это сделал очень быстро, для того, чтобы успеть сбегать и показать вам в этом видео, как выглядит пляж.
Итак, смотрите, я уже почти вышел за территорию отеля на дорогу. Поворачиваем сразу за отелем налево и идем по прямой. Значит, смотрите, в чем нюанс и момент некоторые. Значит, от отеля до пляжа каждые полчаса обещают трансфер, шаттл бесплатный. Поэтому в том, что это вторая линия, ребят, ну, можете особо не переживать. То есть, во-первых, есть бесплатный шаттл, то есть шаттл-бас, который подвозит туристов на пляж. Во-вторых, от отеля до пляжа всего 400 метров. И, соответственно, как бы, ну, это буквально 5 минут пройтись. Да, когда это сильная жара, возможно, кому-то будет дискомфортно. Ну, кому дискомфортно, тот может спокойно поехать на пляж на бесплатном трансфере. Ну, а тем, кому не сложно, то таким людям, как я, то это, конечно, свободно можно сделать пешком. Тем более, что All Inclusive все-таки это серьезная штука, и физические, как бы, небольшие, скромные нагрузки, это все равно полезно, как ни крути. Значит, что по питанию? Из особенностей. Очень меня удивило в том, что питание туристы набирают себе сами. Хотя у них персонал выдает туристам одноразовую целлофановую перчатку для этого. И чтобы туристы ни в коем случае не коснулись еды, ну, своими ручками. С одной стороны, кто-то может из туристов относиться ответственно к этому подходу, кто-то может быть неответственно, но персонал старается следить. И я, когда зашел со входа, с другого входа, где это не выдают такие рукавички, сразу ко мне подбежал один работник отеля и дал мне эту перчаточку. Я, конечно, надел и набрал себе еду. Кушал я ел скумбрию, жареную на гриле. Хорошая, вкусная. Вот, ну, пробовал там что-то похожее на лазанью. И, собственно говоря, как бы, ну, салаты и мяско тоже я попробовал. Ну, все вкусно, все хорошо. Смотрите, отель не из космического сегмента, то есть по ценнику, это я вам объясняю. Ну, соответственно, питание будет хорошее в рамках своего бюджета. То есть, что это означает? Это означает, что вот вы смотрите цену на этот отель, допустим, и смотрите стоимость отдыха на отель, там, к примеру, Альвадону, вот. Либо там смотрите на Риксос цену и смотрите цену на этот отель. И тут у вас прорисовывается ясная картинка, как будет выглядеть отдых в этом отеле. А отдых в этом отеле будет просто отличный, если вы все адекватно понимаете, что деньги, которые вы платите за отдых в этом отеле, имеют прямо пропорциональную зависимость к сервису, друзья. Да, да. Именно все зависит от стоимости, от финансирования, которое поступает на весь этот сервис в отеле. Так что скромный мой вывод, еще не конечный, потому что до пляжа я вот только подхожу. Отель для среднего своего сегмента вполне хороший. Ну, а полный мой вывод я вам уже скажу после того, как покажу пляж. Так, мы подходим к активной дороге. Что это означает? Это означает то, что всю дорогу, которую я вам только что показал, это была второстепенная неактивная дорога. А это дорога, которая идет вдоль всего побережья. То есть тут достаточно быстро носятся автомобили, ну и любой другой транспорт. Вот, но тут есть подземный переход. Вау, друзья, наконец-то! Вот такой вот трансфер, я так понял, возит туристов на пляж. Интересно выглядит, да. Угу. Вот слева наш подземный переход. Только тут у нас, получается, висит указатель, что это Алан Сафира. Ага, вот наша и Сенза. Да, вот тут вот все правильно. Спускаемся вниз. И тоннель. Кстати, очень интересно все это
выглядит тут полностью автоматическая подсветка, друзья. Молодцы турки, правильно подошли к карантину и к сокращению расходов. Они вместо того, чтобы экономить на свету, они поставили датчики. И теперь свет включается, когда сюда заходят люди, туристы. Они всегда горит, либо всегда выключен. Очень правильно все они продумали. Так. Тут у нас указатель, и тут у нас кабинки для переодевания и душевая. Вот наш пляж Сензе. На пляже у нас есть бар, снэк-бар, то есть можем перекусить, можем выпить софт-напитков. Крепкие алкогольные напитки на пляже, в баре, скорее всего, не нарисуем мы. Что мы имеем по шезлонгам? Пластиковые с мягкими матрасами, ну и накрытие. Дальше сейчас подойдем ближе к пляжу, я вам покажу пляжное покрытие. И покажу заход в море. Так, сразу говорю, пляж не сильно большой. Давайте я вам покажу, как это все выглядит со стороны. Смотрите, вот, в принципе, вся протяженность пляжа. Он больше идет в глубину. Пляжное покрытие мелкий песок серенького цвета. Ну, конечно, встречается галька. Ну, это так, единичные камушки, а не сплошное покрытие галечное. То есть, в принципе, песочное покрытие, ребят. Подходим ближе к морю, к входу в море, друзья. Тут у нас есть полоса намытой гальки, в принципе, среднего размера. Не могу сказать, что это прям крупная, но встречается крупненькая, ну и мелкая. И море. Вход, начало в море, я смотрю, песчаный вход. Но из того, что говорили туристы, в море все-таки там... В самой водичке присутствуют и камни. Я в воду, конечно, залазить не буду. Туристы купаются, плавают. Сегодня у нас 6 мая, друзья. Как вы видите, полноценно можно уже плавать спокойно. Вчера я мерял водичку. Водичка была 22 градуса. Так что вот такой вот пляж. Есть, смотрите, небольшая волейбольная площадка. Вот она как выглядит. Надеюсь, вам все это видно. Ну, следующий пляж — это соседнего отеля. И тут, смотрите, вот такой есть волнорез, друзья. Ну, в принципе, можно сделать неплохие фото. И вот оно. Чуть-чуть я отошел на волнорез для того, чтобы вам показать весь этот пляж отеля Сензе. Итак, давайте посмотрим, что у нас есть в снэк-баре на пляже отеля Сензе. Ну, есть фрукты, то есть фрукты — это груши, я так понимаю, яблоки были, есть овощи, помидорчики, огурчики, салат, есть ну, какие-то штучки, вон колечко, есть картошка фри, макароны, лепешки, котлеты какие-то. Ну и, ребят, отличный перекус на пляже. С головой достаточно, даже чтобы не возвращаться на территорию отеля. Ну и бар. У нас есть пиво и софт-напитки. Я так понимаю, вино тоже есть? Вино? Не, вино есть? А, даже вино есть. Спасибо. Итак, ребята, мой вывод по данному отелю. Значит, вторая линия вообще не смертельна. Тем более, что... Я же говорю, практически пара минут, в зависимости от того, кто как быстро ходит, это можно легко и просто дойти на пляж. Тем более, что кому это сложно сделать, есть трансфер. Пляж нормальный для отеля, хотя для всего номерного фонда, который есть в отеле, то есть 400 с чем-то номеров, он, конечно, небольшой. Поэтому если много туристов, если большая заполняемость и все придут на пляж, конечно, это будет тесно и все будет занято. Но в отеле еще есть достаточно хорошая инфраструктура, в принципе, на территории, имеется в виду. Правда, она тоже разделена, то есть
аквапарк отеля находится через дорогу от отеля. Это вообще как бы, ну, в принципе, не сложно, но вот есть такое. Вот. По питанию лично для меня все окей. Это все отлично, потому что, ребят, еще раз говорю о том, что сотни отелей, тысячи отелей я смотрю, в сотнях я кушаю. Вот. И понимаю, в чем разница в питании, особенно если еще сравнить по бюджету стоимости отдыха в данных отелях. Поэтому сразу говорю, по питанию, из того, что увидел, это все отлично для этого уровня отеля и цены. Номер. Тот, что мне показали, он, конечно, был идеальный. Вот, то, что я вам показал, это просто идеальный номер. Кроме того, мне нравится очень дизайн такой, хай-тек, можно сказать. То есть, я люблю все современное. И просто номер у меня вызвал потрясающее впечатление. Да, и в том, что он просто идеальный в плане качества. Я думаю, что в отеле есть номера, конечно, не такие идеальные. Вот. Но вы тоже должны понимать, что отель не только вчера открылся. Вот, открылся он где-то в 2013 году. Точная информация будет в описании к этому видео. И реновации глобальных он не делал, отель. Но каждый год он делает косметику. Старается следить, чтобы все было в нормальном состоянии. То есть, ну, поддерживать чистоту, порядок, аккуратность. И чтобы все было целое, не разломано, не разбито. Вот. Поэтому вы должны понимать, что перед вами, естественно, в отеле отдыхали туристы, и которые могли что-то там сломать или тому подобное, поэтому коцки, какие-то тому подобные царапины, ну и всякая мелочь, естественно, может быть. Уборка. Все зависит от загрузки отеля. Если загрузка отеля большая, ну, ребят, это в любом отеле будет. Никто не будет успевать справляться с нормальным качеством уборки. Если вы едете поколупаться, что там в шторах, что там взять белую перчатку, проверить пыль и тому подобное, это вы найдете в любом отеле, в том числе и в этом отеле. Если это сделать, я думаю, у вас это получится. Но если вы едете за отдыхом, при этом этот отель попадает в ваш бюджет, я думаю, вы будете довольны отдыхом в этом отеле. Ну, собственно говоря, такое вот мое резюме по отелю. Ребят, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях под этим видео. Если вы можете поделиться каким-то полезным отзывом, отрицательным, либо положительным, обязательно это делайте в комментариях под этим видео, и я обязательно это почитаю. Ну, и не забывайте подписываться на канал, кнопочка подписаться внизу под этим видео. С вами был Владимир Шемет, ваш Travel Advisor. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч. Пока-пока.